Так, мои хорошие, эта комната на третьем этаже. Вот такая маленькая, уютная. Вот это наша семья. Мой свекор. Посмотрите на него, баба Джимбини. Это Мустафа его зовут. Учитель с большим стажем. Мы встретились с ним в больнице. И он нас забрал к себе. Тут, оказывается, и этот. Это мой зять. Не мой, а наш зять. Мои заловки. Посмотрите, вот такое здесь вот. Кухня, мини-кухня. Все здесь есть у них. Такая печка у них здесь на третьем этаже. Видите, как все здесь. Маленькая комнатка, но зато все есть. Вот это вот мебель, это... вот эти кровати, это мой муж им отдал тогда. Ну, я поэтому говорю, что наша квартира пустая, потому что много чего мой муж отдал родителям, когда уезжал в другой город. Так, вот сейчас я вам покажу. Это здесь крыша. И на крыше вот такая комнату они сделали, третий этаж. Это район Тарослар. Это старый район, отсюда начинался когда-то Мерсин. Ну, вот такие здесь улицы я вам покажу. Короткие улочки. И еще они, эти улочки, видите, печки кругом, дым, дым, дым. Вечерами вообще здесь все дымно. Газ здесь не проведен в этом районе. Ну, вот есть и такие тоже новые дома. Вот посмотрите, вот это вот, где мы сидим, а это кладовка, там и туалет. Знаете что? Я снимаю вот их по просьбе моей свекрови. Кто-то писал мне, что я, допустим, разве можно там снимать? Моя свекровь сказала, сними, говорит, когда мы обедаем. Но мне стало неудобно, я так проголодалась, мне не до видео было. А так она очень... я всегда у них спрашиваю, можно сделать или нет. Вы не беспокойтесь за это, моя хорошая. И я всегда всех спрашиваю, можно я сниму людей или нет. Так вот, я хочу вам показать. Вот такой здесь дом находится рядом. А, вот наш сад. Там я вижу апельсины, что-то, какие-то деревья, непонятно какие. Маленький такой садик. И вот такой вот здесь дом. Видите? В общем, старый район и море далеко очень. Так, ну сейчас посмотрим. Леишь, я пьербиним. Моя заловка что делает? Не, я пьербиним. Вот моя заловка же, знаете, вот салчу она берет. Мы у родителей все приезжаем, все забираем. Пойду покажу я вам. Иши кварми орда. Покажу я вам сейчас, как живут мои родители. Вот это у них такой дом. В подъезде. Посмотрите. Ну, видите? Моя свекровь все закрутки делает. Там и маслины, и вот эти закруточки. Тут и разные соусы. А ну-ка, что у моей свекровушки здесь? И там что-то у нее, и здесь что-то у нее. Так, вот такой коридор у нее. Я сейчас вам покажу среднюю комнату. Видите? Вот это второй этаж ихний. Вот это подъезд. Видите? Так, вот это вот у них дверь. Заходим. Научилась я еще снимать квартиры. А, Немчик! Никого нету. Ну, значит, будем снимать. А не, чекаем мы его, ресим и стерла видео. Улурмы? Видео. О, биним кайнена, анемчик, видите? Анемчик, биним, анемчик. Вы слышите, что она сказала? Снимай, моя хорошая. Посмотрите, как, значит, у них 3+1 комната. Спальня вот эта. Дальше, значит, здесь идет салон у них вот такой. Вот посмотрите, как живут родители мужа.
И здесь также живет старшая золовка. Вот такой салон. Плохо будет видно. Узлем йог. Вот здесь телевизор в ремонт отнесли, испортился. Видите, она мне дает. А, Гизель, кой. Вы видите, что она мне дает все. Бенбирас видеочек им гелича. Это второй, значит, салон. Это повседневный, где они каждый день. Мои хорошие, вот такой вот у них салон. Видите, какая у меня такая шустрая, манемчик, видите? Тут телевизор у них. Эвет, видите? Хочет, чтобы сняли, Эвет. Эвет, анемчик. В общем, она приглашает меня на балкон свой, с чечеклери тут. Вот у них такой летний балкон, и они здесь летом спят. Мы... Качапты, анемчик. Сколько она сделала всего. Цветочка у нее мало. А нымчик, сен де орхидеи вар мы? Орхидеи вар? Сен бельорсон увы? Буму, сен бельорсон? Очок зорлю. А маферинцы, видите, вот у них маслинки. Такие кактусы. Ну, вы сами видели по деревне, как она любит цветочки. Значит, вот так вот у нее здесь. Это, наверное, наш кассовый. Старенький уже все. Ну все. О, какие припасы у моей. Ведь вот она в деревне все это делает. Представляете, какая умничка моя. Так, ну что, мы заходим. Вообще увидели это. Сейчас мы заходим на кухню. Шикачаймака. Кухня, посмотрите, какая огромная кухня. Вот, пожалуйста. Это машина моего мужа. Посудомоечная. Видите? Такое большое, огромное окно. Здесь телевизор. Видите, капитальное все здесь. Мой свекор очень такой дом, за домом следит. И вообще вот такая вот у них большая кухня. Видите, мои хорошие. Так, мои хорошие, а вот это спальня их. Смотрите, родительская спальня, но тут спит. Папа спит, баба Джим спит, а мама наверху старше. Вот у них кровать такая, все красиво. Эти два телевизора, и там телевизор, и здесь телевизор. Вот мои хорошие. Вот такой дом у моих родителей. Мои родители, я могу сказать с полным правом, потому что мои они. Видите, как они готовят нам сумки. Как они не мои. Так, и сейчас давайте пройдем. Значит, у них здесь туалет, бердаки. Ну, это туалет, вы знаете такой здесь. Сейчас, мои хорошие. Какой турецкий туалет, мужской. Вот такой, не буду вам показывать. И у них еще баня. Видите? Вот. Большая, огромная баня. В общем, вот такие вот дела. Видите, шкафчик здесь все у них. Друзья мои, вот моя семья, чай мы пьем. Разговариваем о моем ютубе, о моих друзьях, что многим очень нравится моя семья. Так мы сидим. Папа там, мама здесь, заловка моя, чай пьем. Скоро собираемся. Вот тут такое вот, знаете что? Чувство, что мы находимся в деревне.
в нашей деревне телевизор. Мы покушали, я посуду помыла. В общем. Ну, а вот и я, мои хорошие, чтобы вдавать. Видно к двери. С моей семьей. Всем привет, привет, селям, соли, селям. Привет, привет. Чок, привет. Видите, какие халюси. Ладно, друзья мои, холодно в Лестине, вот наш дом. Посмотрите, пожалуйста, вот. Видите, как он выглядит. Мы с полными сумками идем уже домой. Нас провожает свекровь все. Моя свекровь слушает. Так, вот мои хорошие. Вот такой вот район. Торос. Ну, есть и хорошие дома. Двухэтажные, есть разные. Но тут дышать нечем. Уже я чувствую запах печь. Посмотрите, поверну вам и покажу. Здесь, конечно, дешево будут квартиры в этом районе. Еще вот такой вот район.